С помощью текстовых запросов с необычными комбинациями стилей мы моделируем в специализированных нейросетях интересный и необычный дизайн одежды, стрижек, макияжа, головных уборов, маникюра и прочего. В видео вы можете наблюдать сам процесс создания дизайна, просматривать полноэкранное слайд-шоу из созданных моделей, брать для себя идеи и скачивать изображения с моделями абсолютно бесплатно. Итак, сегодня у нас макияж, и это будет концептуальный дизайн макияжа, вдохновленный готическим шиком и киберпанк эстетикой. Такой будет синтез мрачной романтики и высокотехнологичного стиля. Я не знаю, как он это соединит, что у нас получится. Надеюсь, что-то интересное, как всегда. Просто для интереса набрал вот здесь картинки, то есть готический макияж, готический шик макияж. Вот какие картинки он нам отобразил. Это чтобы, ну, как бы посмотреть наглядно, как отображается вот данный стиль, есть ли вообще что-то подобное. И также набрал киберпанк макияж. Вот такие вот здесь у нас картинки отобразились. Вот эти два стиля мы будем соединять. У нас больше, конечно же, развлекательный контент, но все-таки я думаю, можно брать какие-то идеи. Давайте скопируем первый запрос. Это будет мудборд, модная доска настроений. Если сейчас не понимаете, что это такое, то через несколько секунд вы все наглядно увидите. Напомню, что я получаю эмоции вместе с вами от создания таких вот изображений. Никогда не знаю заранее, что в этот раз он нам отрисует, поэтому ждем и смотрим. И вот что у нас получилось, давайте просто посмотрим. И не забываем, у нас есть еще второй запрос, это конкретно топ-модель, то есть если мудборд — это такая солянка, где некоторые элементы другие, то топ-модель, вот такой запрос, у нас предполагает, что ничего лишнего больше не будет, просто у нас будет макияж крупным планом. Давайте дождемся и посмотрим. Вот такие интересные и необычные изображения у нас получились. Конечно же, мы не делаем что-то обычное. Вот такие запросы предполагают, что будет что-то не совсем обычное. Контент у нас более развлекательный, конечно. Ну, хотя можно взять какие-то идеи для себя. Если вам понравились изображения, вы можете скачивать их абсолютно бесплатно. Информация есть под видео, либо в описании канала. Также буду очень благодарен за лайк, за подписку, за рекомендацию этого видео друзьям. Это помогает каналу развиваться, вдохновляет на поиски новых каких-то интересных идей для вот отображения такого развлекательного контента. Ну и до связи, до новых видео. Пока!